Вау! Давай раздвинем, здесь не хватает места. Литергема Дженни, а за цирых шней кафедры, ну байме. Все, 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 нормально. טוב, אני אנסה לקצר, אנחנו מגיעים לקטע השני שלנו, של הקריאה השבועית. ומי сегодня будем говорить из второй части того чтения, которое мы всем в наших бумажках раздаем из Нового Завета. וכולם יודעים שזה מעשה שליחים, פרק 29 עד 32, נכון? ומי с 22 по 29 стих, 29 главу Деяния апостолов разбираем всей общиной. 29 זה נכון או שאני טועה? 29-й нету. Издевается он. Все, да, рак бадак, это ромата крыяку. Да, он меня проверял, это не вас не проверял. С 22 по 28. То, заму митраксим бе масе шлихим, перек 12 от 17. И... с какой? 12 от 17. А, с 12 по 17 Деяния апостолов мы сегодня, это наше чтение. С 12 по 17 Деяния апостолов. יש כאן הרבה מאוד מידע. И в этих главах очень-очень много информации. כמו שראינו על פסוק אחד בתנ"ך אפשר לעשות מסר של שעות. И как будто вот мы в начале сегодня слышали, на одном стихе священных писаний можно час говорить легко. אז אני ארוץ על זה, על כל הדברים הקטנים שלמדתי. И здесь я пробегусь по тем основным местам, которые для меня были актуальны, хочу вам поделиться с вами. אנחנו רואים את הצעדים הראשונים של הקהילה המשיחית. И в Деяниях апостолов мы видим первые шаги мессианской общины. Вера возрастает. И так и называется книга «Деяния учеников Иешуа», «Деяния апостолов». Что они делали? Мы с 12 начинаем. Деяния, 12 глава. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד ניסים ונפלאות בקהילה. И мы видим, что ту первую общину сопровождает очень много чудес. והקהילה מורכבת מאנשים שהחליטו ללכת לאחרי אלוהים. И все эти люди, которые составляли первую общину, они ревностно идут за Господом. והיה להם יחסים חזקים מאוד עם האלוהים שלהם. И они возгревают свою веру, они молятся, они находятся в интенсиве с Богом. והם הולכים באמת צעד אחרי צעד, איך שבאמת רוח הקודש מדריך אותם. И они во всем пытаются поступать так, как Святой Дух наставляет их. ועוד מה שאנחנו עושים אליהם לכל מיני מחלוקות שיש. Но мы видим, что не все спокойно. Там между ними есть разные споры и разные разномнения. И в 15 главе мы встречаемся с очень интересным спором или разномнением, которое возникает среди первых учеников. И вот первая община, и они приходят к месту, где им нужно разрешить ситуацию. Что нам делать с неевреями, что нам делать с ними, может им надо делать обрезание, как с ними вообще производить свои все дела. И на самом деле тело Машиаха это организм, это что-то живое. И в живом организме всегда нужно производить какие-то решения и действия. И вот Господь просто дает этим ученикам разрешать ситуацию. И вот мы видим, как они с помощью Духа Божьего разрешили ситуацию, как позволить неевреям стать частью того, что называется тело Машиаха. Писания говорят, собрались вместе, стали молиться, поститься, советоваться. И они решили ситуацию. И здесь мы можем как община, мы как община, когда если у нас возникает какое-то недопонимание, можем таким же образом их решать. יש גם רבים פנימיים שאנחנו שמים לב בין שאול, ברנבא ויוחנן. И здесь мы видим трое, Павел, Барнава и Иоанн. И между ними тоже происходят какие-то разногласия, не все всегда гладко. И они решаются на каком-то этапе, окей, мы не можем вместе это дело делать, ты поступай по-своему, я поступлю по-своему. И здесь это для меня было ободряющее
новость, что те первые ученики Иешуа, это не суперсвятые люди, то есть они такие же плоть и кровь, как мы, и у них тоже есть какие-то ошибки, и нужно решать ситуацию. И с нашими минусами Бог может использовать каждого из нас. Но хоть мы несовершенны, но в Его совершенном плане Бог находит для каждого из нас место. אבל דרך הציות המושלם של השליחים? Но из-за того, что דרך מה? הציות המושלם. То есть они повиновались Богу. Бог производит. אז דרך זה הרבה אנשים נושים. Из-за того, что они повинуются Богу, они слышат Его и повинуются Ему, огромное число людей просто избавляется, спасается. אני באמת סומך על זה שכולכם מכירים וקראתם, אז אני פשוט רץ על זה. Я не читаю стихи, потому что надеюсь, что каждый из вас получает такую бумажку от нас и читает дома вместе и знает, про что говорит текст. Мы сейчас в 15 главе. И в синагогах, в ортодоксальных синагогах много людей приходят к вере в Иешуа. Также люди спасаются в тюрьмах. И это удивительно, что Элохим шолех. יש לו כמה אנשים שרוצים להושיע ושליחים עוברים פשוט אפשר להגיד גיהנום על הארץ בשביל להגיע לשם ולהושיע אותם. И когда Бог хочет спасать определенные группы людей, Он позволяет определенным обстоятельствам случаться со своими учениками, чтобы Его ученики попадали как раз к тем людям через разные обстоятельства. אז זה מדהים כמה אלוהים מוכן להשקיע בשביל להושיע בן אדם אחד. И здесь вот это вот чудо, Бог готов использовать много сил, чтобы добраться до того одного, чтобы он спасся, до того последнего, брошенного. И это дает нам правильное понимание, что каждый особенный перед Богом, и на каждого Бог смотрит своим особенным взглядом. Я сейчас хочу говорить с 16 главы, 17 главы. С 11 по 15 стих в 16 главе. И ситуация разворачивается в Греции, это город Филиппы. И из Неаполиса в Филиппу пошли ученики. И это немного, 17 километров прогуляться. Мы даже во время вчерашней поездки сделали больше. Костя прошел 22 километра. Своим языком. ואז אנחנו יודעים, לא יודעים, אבל אני אספר לכם שלוקס, לוקס שאנחנו מכירים מברית החדשה. И тот человек, которого зовут Лука, тот, которого мы знаем, который писал Евангелие от Луки, который записывает Деяния апостолов, он человек, который вырос в Филиппах. И там он выучился и стал врачом. И мы знаем из чтений Нового Завета, что Лука, который вот здесь фигурирует, он был по специальности врач. И именно вот грамотного такого человека Бог использует, чтобы он записал вот эту часть священных писаний. Он был нейрохирургом. אז אלוהים שולח אותם עד לפיליפי לקומץ אנשים, קומץ מאוד קטן של אנשים. И еще раз. Бог посылает их в Филиппи маленькому, очень маленькому количеству людей. איך אנחנו יודעים שהם היו קומץ קטן? И как мы знаем, что это была небольшая группа людей? כי אנחנו קוראים שיש שם קומץ של אנשים שאפילו לא היה להם בית כנסת. בדרך כלל השליחים מגיעים לבית כנסת, מבשרים שם. Мы видим, что они приходят к группе людей, которые даже не попадают в бейт кнесет. Обычно всегда евреи, ученики Иешуа, евреи, они шли сразу в синагогу, в бейт кнесет, там учили. Эти даже не ходили в синагогу. אז בפסוק 13 כתוב ש יום שבת יצאנו למחוץ לעיר על יד הנהר אשר שם מקום תפילה כמנהגם ונשב ונדבר על אנשים הנקהלות שם. В субботу мы вышли за городские ворота, читаю 16 глава 13 стих, и пошли вдоль реки туда, где, как мы полагали, иудеи собирались на молитву. Там мы сели и заговорили с собравшимися женщинами. אז גם קומץ, גם רובם נשים. И вот немного людей, женщины в основном.
וזה נשים שהיה להם כסף. И так случилось, что в этом кругу сидели женщины зажиточные с деньгами. Но из-за того, что в этой маленькой группе даже не было 10 мужчин, они не могли с собой составить синагогу, потому что без миньяна нету синагоги. И поэтому они собрались там в каком-то приятном месте, возможно, беседка какая-то, чтобы просто помолиться вместе. ואחר כך אנחנו יודעים שהם קיבלו את הבשורה ונושו. И мы знаем, что вот они услышали это слово от Павла, и они спаслись. והם נושו לא רק הקומץ הזה של יהודים, כי אנחנו קוראים באיזה מקום אחד של פירוש, שכנראה גם לרוב הנשים שלהם, האלה היו בעלים לא יהודים. И в некоторых толкованиях говорится, что многие из этих женщин, они еврейки сами были, но замужем, по всей видимости, были за неевреями. И вот спаслись они, и вместе с ними также спаслись их нееврейские члены семьи. Написано, спасались они и их дома, то есть те люди, которые окружали их. ואני ממשיך למקום הבא שהשליחים הגיעו אליו. И вот ученики приходят к ним. Следующее место, куда приходят ученики. За келе. И это была тюрьма. Мы сейчас в 25 стихе. И вот эти вот первые ученики, проходя через все те места, куда Бог посылал их, прошли через определенные испытания, побои и оказались в тюрьме. И вот после того классного служения, которое им они были удостоены ради Бога сделать, они нашли себя в тюрьме. Но так как мы читаем здесь, они не были сильно напуганы всей этой ситуацией. מה שהם כן ידעו והאמינו בגלל שהם מכירים את האלוהים שלהם שנמצאים בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו זמן שאלוהים רוצה אותם שיהיו שם. Их вера, их понимание того, что Бог ведет их, учили их, что они там находятся, где должны находиться, потому что Бог привел их туда. הם בוטחים באלוהים. Их, они доверяют Господу. והדבר הבא שהם עושים, מה שכל אחד עושה איתנו, כל אחד עושה מאיתנו בכלא, הם מתחילים לשיר ולהתפלל. И они делают как раз то, что любой бы из нас начал делать, сидя в тюрьме. Что каждый из нас начал бы делать в тюрьме? Петь и танцевать. Естественно. Но в их случае написано, подчинились Богу. И написано, воспевайте Бога в сердца ваших. Они стали просто поклоняться Богу. מזה מה שלמדתי, שבשביל לפתוח באלוהים שכזה, ששם אותך בכלא, אתה צריך לדעת אותו ממש ממש יותר. Я с этого выучил один урок, чтобы... оказавшись в тюрьме, начать петь Творцу, а не ныть и не кричать, вызовите мне адвоката, нужно действительно доверять Богу. Нужно действительно выстроить свою жизнь с Ним. И когда ты знаешь Его, и у тебя есть благодарение к Нему во всех обстоятельствах, тогда ты даже в тюрьме можешь воспевать его. Но я просто хочу сказать, лучше не доходите до тюрьмы. Научитесь до тюрьмы доверять Богу и в любых обстоятельствах воспевать Ему. Можно сегодня уже делать, как мы Амами сделали. И готовиться к более сложным вещам. ואז אנחנו רואים שדרך הכלא שלהם, המצב הזה, הכלא רעד, היה שם מהפכה, רעידת אדמה. И вот они поют в тюрьме, и Бог потрясает эту тюрьму землетрясением. במתרסקת יש ניסים, אף אחד לא בורח, ובעצם... И там чудо случается, они хаковы упали, но никто не разбежался. ואחראי לכלא נושא, הוא ומשפחתו. И мы видим, что они посланы туда, чтобы управляющий этой тюрьмой спасся, и чтобы его семья спаслась попутно.
И тогда они говорят, вот для этого мы сюда попали, прошли через все это. И смотря назад, ты можешь понять, вот, вот для чего меня Бог довел до этого момента. И тогда они могут быть ему действительно благодарны, Творцу. Потому что видят результаты своего подчинения Господу. И неважно, та сложная ситуация, в которой ты находишься сейчас, а вот то, к чему тебя Бог ведет, и та слава, вот они, для чего это все предназначено. Но люди, которые не знают Бога, которые с трудом понимают Его сущность, для них все это нерелевантно. Это релевантно только для тех, кто хочет быть верующим и кто развивает в себе веру. А те, которые из нас не боятся, лентяи, не хотят знать Бога, это, не волнуйтесь, из-за веры вы в тюрьму не попадете. Мы в 17 главе. И апостолы приходят в славный город Фессалоники. И там они уже прошли определенный кусок 160 километров. То есть мы видим иногда 16 километров, а иногда 160, чтобы добраться до следующего пункта, куда Господь ведет их. И они заходят, как всякий нормальный еврей, заходят в синагогу к своим и начинают им рассказывать те вещи, которые Бог открыл им в Писаниях. И мы видим, что странная вещь случается, совсем не так, как сегодня. Там евреи воспринимают благую весть и начинают веровать в Иешуа. Но мало того, что там, в этом бейт-кнессете, было много прозелитов, не евреев, греков, которые тоже обращаются к вере, легко воспринимают еврейского Машеха. Я спрашиваю, что эти греки делали в той синагоге. Я понимаю, что вот ситуация рассказывает. Евреи, жившие в Фессалониках, жили посреди греков. И там были греки, которые искали Бога. И Бог их привел туда, к евреям, потому что там был истинный Бог. И они пришли в эту синагогу и вместе с Израилем, который жил там в Галуте, они учили Слово Божье и искали Бога. И вот эти апостолы, ученики Иешуа, евреи, приходят к своим евреям и рассказывают им все, и слышат, естественно, и те, и другие. И вот эти вот и иудеи, и греки особенно воспринимали это благовестие, эту благую весть с открытым сердцем. 11 стих 17 главы Деяний апостолов. Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалониках, чем в прошлом городе. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли им говорит Павел. То есть они нырнули в Писание и стали сверять с тем, что апостолы говорят им. И вот здесь я сравниваю ситуацию с нами и говорю, дай Бог, чтобы у нас была же такая ревность и желание, подобно им, копаться в священных писаниях, сравнивая то, что вы слышите отсюда, с тем, что вы понимаете там. Но здесь мы читаем, был у них голод, большое желание и интерес, они нырнули в священные писания. А с другой стороны, думаю, вот смотри, вот они идут с одного места в другое, и везде они на каком-то этапе встречают преследование. Из этих преследований им нужно подниматься и двигаться дальше. Немножко странно все это смотрится. Но понимаю, что если бы не было вот этих преследований, они бы просто окопались в одном бы месте, и там бы построили свою огромную общину, и благая весть
затормозилось бы в том маленьком городке. Но в данном случае мы вот это вот неприятное преследование видим как что-то благодарное, что благодаря этому благая весть стала расходиться. Сейчас мы по-другому, у нас интернет есть, никуда бегать не надо. אני מגיע לחלק האחרון. Я сейчас читаю последнюю часть. פרק 17, מ-16 עד הסוף. 17 глава с 16 стиха и до конца. המקום הוא אתינס. И здесь ситуация разворачивается в славном греческом городе Афины. עיר מפוארת מאוד. И это как столица мира, как сегодня Нью-Йорк. מרכז לימודי ופילוסופי. Но в те времена это был центр философии. Все самые умные греки собирались там. И там было много всей науки, философии, университетов и всяких заведений, где толковали и истолковывали вещи. Но вместе со всем избытком знания это место было также огромным местом для идольского. Там было полно идоложертвенных мест, храмов и прочее. И мы видим здесь действия Павла, иудея, ортодокса Павла, который пришел к вере в Иешуа. И он двигается, с одной стороны, заходя в синагоги и на иврите, или с еврейской позиции, обращаясь к евреям. И также он идет на рынок, там, где греки. И мы видим, как Бог дает Павлу мудрость особенным образом с философами греческими говорить о Боге. И в 23 стихе он начинает разговаривать с каластами, с греческими философами о невидимом Боге. И как ни странно, в этом языческом царстве, где было полным-полно идолов, был камень, был какой-то, который был в честь невиданного, невидимого Бога. Они на всякий случай ему тоже поставили памятник. Но особенно не углублялись в понимание этого невидимого, лучше подходили к Аполлону, к Венере, к Зевсу и к прочим товарищам с того иконостаса. Но мы видим, как Бог использует Павла, и он просто заскакивает на этот поезд, и он начинает им говорить о неведомом Боге. אז בפסוק 26 פולוס אומר שכולנו נוצרנו מדם אחד שהוא вот מתכוון לאדם. Очень классная фраза, которую всем нам стоит запомнить наизусть, 26 стих. Он говорит, от одного единственного человека он, Бог, произвел все народы, чтобы они населяли всю землю, заранее определив для них времена и точные времена и границы их обитания. Он говорит, что אנחנו מדם אחד. И там написано, от одной плоти, от одной крови он сотворил все народы земли. И вот он приходит к грекам и не начинает из себя делать такого суперкрутого ортодоксального иудея, а говорит им, мы все одни от одного человека, от одного Адама произошли. И он говорит, и не только то, что мы от одного Адама произведены, у нас у всех единственная цель, к которой мы все должны прийти. והפסוק 27, למען יבקשו את אלוהים, אולי משישוהו וימצאוהו, אף כי איננו רחוק מכל אחד ממנו. И здесь в 27 стихе, который тоже нам всем стоит запомнить наизусть, чтобы мы искали Бога, не найдем ли Его, хоть Он и недалеко от каждого из нас, это цель для каждого человека по всему лицу земли. אומר, המטרה של האנושות היא לחפש את האלוהים הזה. И цель, которую Бог вложил в сердце всех людей, искать его, да не найдем ли его. И чтобы каждый мог прийти к этому пониманию и сознанию, что Бог, Он единосущный, над всем стоит, все Он и Его рука сотворила, и нет вместо Него никого. Но несмотря на то, что Он Творец и превознесен над всем, и невероятно велик, Он также рядом с каждым, кто
призовет его и кто ищет его. ובפסוק 28 הוא אומר שזה בעצם הקיום שלנו, אנחנו, הקיום שלנו והחיים שלנו זה בתוך האלוהים הזה. И 28 стих, ведь все мы им живем и движемся и существуем. И это факт. ובפסוק 29 סליחה, אומר, והנה ביותנו ילדי אלוהים, לא נכון לנו לחשוב כי אלוהות תדמה לזהב או לכסף, ולאבן מעשה חרש ומחשבת בני אדם. А 29 стих он говорит, пожалуйста, мы должны прийти к пониманию того, что невозможно Бога вылепить из чего-то, из компьютера, из золота, серебра или из каких-то других вещей. והוא אומר שאלוהים הכל יכול, אז אנחנו לא יכולים להחליף אותו בעד חפצים. Невозможно Бога заменить какой-то вещью. והזמן שאנחנו רוצים לתת, ולחפש אותו ולהתקרב אליו, אנחנו לא יכולים, זה מאוד דומה לחיים שלנו היום, שאנחנו מחליפים אותו בהדחפצים. И сегодня это тоже проблема многих-многих людей. Мы пытаемся Бога заменить чем-то, гаджетом каким-то, каким-то времяпровождением, вместо того, чтобы искать Его самого и слышать Его голос. וכשיש לנו מצבי רוח מסוימים, אז אנחנו משקיעים בלמלא את עצמנו בדברים שהם לא אלוהים. И когда у нас есть какое-то неправильное состояние духа, мы просто забиваем ту внутреннюю потребность в Боге совершенно чуждыми Ему элементами. Мы просто забиваем себя другим. 29 стих говорит, неправильно так делать. И Павел просто предупреждает, слушайте, будет суд. Бог будет судить людей, которые пытаются заменить его кем-то или чем-то другим. И он говорит, мы придем все к суду, как будем стоять перед ним. И вы знаете, мы часто делаем из Бога, которого, который нам открылся, из Творца Небес и Земли, из Иешуа, того, который скрыт от нас. Мы имеем где-то для него некоторые жертвенники, где-то Библия валяется в углу, которую мы очень иногда открываем. Но на самом деле Бог, Он как будто не присутствует в нашей жизни. И Он для нас становится Бог неведомый. То есть, вроде мы Его узнали, но по жизни мы относимся к Нему, как будто мы Его не знаем и знать не хотим. Но это вот как раз та опасная дорога, по которой мы можем пойти. Если мы начинаем Его делать открывшегося нам, неизвестным нам, то мы просто оставляем Его. Мы начинаем опустошаться внутри себя и начинаем забивать эту пустоту чем угодно. Это большая опасность для сегодняшнего поколения верующих. Мы начинаем забивать эту дырку внутри себя чем угодно. Неважно чем. אז אני מצא באמת שאני אנצל את העובדה בפסוק 27 שהוא קרוב לכל אחד מאיתנו. Поэтому я всем вам сейчас предлагаю, чтобы мы вернулись к тому факту, который Павел озвучил в 27 стихе, что Бог, Он близок каждому из нас. И давайте обновим свою жизнь в тени Его, чтобы мы могли быть близки к Нему. ונלמד מהשליחים שהיו בשר ודם והרבה מינוסים, אבל הם ממש רצו להיות חלק מתוכנית אלוהים. И также научимся от тех первых учеников Иешуа, которые были плоть и кровь подобные нам, делали кучу разных ошибок, делали, спотыкались, но у них не прекращалось сильное желание знать Бога, искать Его, следовать за Ним. והוא השתמש בהם, לא כי הם מושלמים, כי הם רצו שהוא השתמש בהם. И в таком случае Бог может использовать их, Он может использовать нас. Я хочу повториться, здесь в конце этой главы написано, и Павел провозглашает, будет суд. И на этом суде будут взысканы дела всех, которые тем или иным образом не почитали Бога. И будет ужасно, если мы, познав Бога, на этом суде появимся такими, как будто мы его никогда не знали. Это предупреждение каждому. אלא שנהיה חלק מהחברה הזאת שישוע זה הבוס שלה, וכשהבוס בא לחברה שאנחנו עובדים בשבילה, אז אנחנו יכולים לקבל אותו. Но если мы будем теми, которые ищут его воли, то когда Иешуа придет к своим, мы будем частью тех своих, и встретим своего господина, и скажем, вау, ברוך הבא, мы тебя давно ждали. אז זה בעצם מה שלמדתי. Я вот эту тему сильно увидел в этих главах Деяний апостолов.
И я просто хочу всех вас ободрить, изучать Священное Писание, и искать его в молитве, и ожидать, что Бог будет водить нас, и искать этого водительства от Него. И когда мы во вторник мы молились здесь, вот на прошлой неделе, и так поступил в свое время Исаия. Он, став перед Господом, сказал: «Я никто, Господь, но вот он я, пошли меня». Поэтому я хочу закончить тем, чтобы подвести вас к этой мысли, чтобы каждый мог сказать, стоя перед Ним: «Вот он я не знаю, что ты хочешь от меня, но возьми меня и пошли меня». Я думаю, что это хороший момент, чтобы могли помолиться. Давайте мы встанем и все помолимся в том же ключе, про который говорил сейчас Женя. Давайте мы скажем такие слова. Повторите просто за мной эти слова. Небесный Отец, я признаю, что я нуждаюсь в открытых ушах. אני מודה לזה שאני זקוק לאוזניים פתוחות. И я нуждаюсь в открытом сердце. ואני זקוק ללב פתוח. И я прошу тебя, открой меня. אני מבקש, תפתח для твоего голоса, для твоего водительства. בשביל הקול שלך ו... И прости мне, ותסלח לי, что я часто заменяю тебя в жизни чем-то маловажным. שם אני מחליף אותך בדברים חסרים. Я прошу тебя, прости, очисти меня от этого греха. אני מבקש, תסלח ותנקה אותי. И говори к моему сердцу. ותדבר לבי. Дай мне познать Тебя, чтобы я знал Тебя и водился Тобою. Прошу Тебя. Во имя Иешуа. Амин. Окей, аз они бесов роце вахрис берката кураним. Я хочу сделать благословение вам. ביום שלישי יש לנו פה תפילה, אני מזמין אתכם בשש וחצי. יום שישי הבא, לא יום שבת, יום שישי הבא, יש לנו קבלת שבת, כולנו מוזמנים.